Почему на улице Ленина срубили липы и что будет вместо этих деревьев? В последние дни этот вопрос вызвал много обсуждений в социальных сетях. Управление городского хозяйства подготовило официальный комментарий по этому поводу. Наша съемочная группа встретилась с директором ОГХ Андреем Мелковым на месте вырубки лип. В нашем следующем материале объяснение этой ситуации. Новоуральск – зеленый город. В нем много деревьев, дома чередуются с участками леса. Здесь у нас свободно и легко дышится. И, конечно, вырубку больших лип на центральной улице города, улице Ленина, горожане не могли не заметить. И появились вопросы – почему, зачем, что будет вместо? Отметим, что вырубили деревья на участке улицы Ленина от улицы Уральская до здания полиции. Сейчас выполняются работы по ремонту водопровода, после чего к работам приступает управление капитального строительства с заменой дорожной сети и пешеходной дороги. У них имеется проект, разработанный со всеми нормами и требованиями. Однако ремонт водопровода – это не основная причина вырубки этих лип. Основная – принятая концепция озеленения в Новоуральском городском округе. Во время подготовки к этим мероприятиям мы запланировали замену на данном участке лип на яблони. То есть осенью сейчас мы убираем старые насаждения. После завершения всех строительных работ будут высажены яблони, ну такие же, как напротив театра. И здесь получится, что скверы, которые находятся около театра, плавно перерастут в яблони. И тут уже будет совсем другой подход. Ну и мы же видим, здесь у нас достаточно низко этажная застройка. А те деревья и насаждения, которые у нас уже имеют возраст больше 50 лет, они выше в два раза, чем здание. Концепция озеленения предполагает исследование зеленых насаждений, план их замены в случае, если им уже более 50 лет, причем как лип, так и тополей. Буквально по каждому дереву, которое произрастает в городе, имеется рекомендация. То есть либо это кронировать, либо планово убирать. То есть здесь выбран участок где наиболее, да. Но мы же видим, что здесь очень небольшие газоны, и тут с течением многих обстоятельств, и тут деревья уже требовали замену. Кто дает эти рекомендации, что надо убрать, это устарело? В 22-м году мы заключали контракт с ростовской организацией, которая специализируется на данных видах работ. Они провели буквально поштучный анализ каждого дерева. На каждую улицу у нас есть заключение. Даже на живую изгородь, находящуюся на территории города, мы имеем соответствующее заключение о его состоянии, о рекомендациях специалистов и даже по видовой состав, на что предлагается заменить данное конкретное растение. На месте вырубленных лип в конце августа-сентябре посадят яблони возрастом 4-6 лет. Также отметим, что дорога на этом участке будет отремонтирована капитально и комплексно. Помимо замены коммуникации, вскроют и заменят не только верхний слой асфальта, но и заменят так называемую дорожную одежду, а также обновят пешеходные дорожки. Альбина Евсеева, Михаил Карелин, Новоуральская вещательная компания.